Изучение истории своей семьи, дома, родного села, города, страны начинается с малых лет. В России изучение истории Родины придают большое внимание, в частности, в республике. В школе номер 10 ученики регулярно проходят патриотическое воспитание на классных часах, встречаются с интересными личностями, участвуют в множестве мероприятий. Очень часто у нас проходят в школе такие мероприятия. В преддверии вот, Дня Победы на школе проводился школьный конкурс «Битва хоров». Все мы пели патриотические песни и песни про детство. И лично я очень такой патриот. Мне вот интересно все вот про Россию, что там, да как там. Читаю очень много новостей про это. Так, в рамках торжественной линейки «Поднятие флага и классного часа разговоры о важном» был приглашен герой России Николай Соболев. В рамках встречи ученики смогли задать ему вопросы, связанные не только с военным делом, но также и личные вопросы о его жизни. Сегодня у нас для первоклассников смотр песни из строя. Сегодня у нас работает тир, пулевая стрельба, второй спортивный зал Киокосунка. И сегодня наши дети, которые до этого провели битву хоров, выступают на всех площадках города со своими хорами, приуроченными с песнями к празднованию Дня Победы. Нельзя говорить о патриотизме, это мое личное мнение, не погружая детей в те или иные совместные события. Вместе с героем присутствовал его отец Сергей Соболев, в бывшем председателе якутского отделения ДОСААФ, подполковник, преподаватель ОБЖ в 10-й школе. Он также рассказал детям о том, как рос герой. То, что мы были постоянно в вооруженных силах, то есть это военный городок, это здесь потом военная кафедра, когда я здесь служил. То есть вот отпечаток наложился, соответственно, это поля, это когда он подрос, уже таскалось и на полигоны, и, естественно, здесь уже в Якутии и походы, и по различным этим и патриотическим направлениям, и просто охоты, рыбалки, то есть, человек подготовленный и морально, и физически. Сам Николай считает, что такие встречи нужны для того, чтобы молодежь узнавала правду из первых уст и чтила подвиги героев. Это очень важно, потому что все, как говорится, прививается с самых ранних лет. То есть вот как ты ему поставил то, что вот ребенок вот должен знать свои корни, должен знать свою историю, вот абсолютно. И то, оттуда все и растет у нас. К концу мероприятия ученики поблагодарили героя России и его отца и подарили им якутские обереги Харысхал. Также от школы им были вручены благодарственные письма за вклад в формирование патриотического воспитания подрастающего поколения. Тимур Калмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск.